все теплее пригревает солнце, все больше и шире полянки, снега меньше, всюду жизнь, оттаяли муравьи, копошатся. С вами Ефименко Наталья Юрьевна, фитотерапевт. Мы продолжаем цикл видео гербария. Но сегодня я расскажу вам о любимых своих животных, о случае, который произошел в моей семье. Это муравейник, как вы видите. Разрушать я его не собираюсь, никому не советую. Муравьи – удивительное животное и насекомое. В 37-м году моего деда, деда Ивана, брата моей бабушки, то есть двоюродного моего деда, забрал НКВД с деревни, как единственного умеющего читать, и, следовательно, который смог бы прочитать какие-то речи Троцкого, и он пошел по статье «Троцкизм». Ну, строил на Колыме чего-то и кого-то, как все заключенные НКВД. И наступил такой момент, когда у него выпали все зубы, он обездвижился. И его почему-то не расстреляли, а привезли в поселок и бросили на станции. Его подобрали женщины с деревни, посадили на тележку и увезли в деревню. Так вот, спасение как раз он нашел именно в муравьях. Была большая бочка, в нее сложили несколько муравьиных куч, и логика местных знахарей, она была такая, что муравьи собирают очень много маленьких растений, много маленьких жучков, много маленьких хвоинок, и какая-нибудь вот из этих хвоинок она поможет. И поэтому они таких два здоровых муравейника заварили горячей водой и усадили туда деда Ивана. И что интересно, что у деда восстановились все функции, он потихонечку начал передвигаться и прожил еще очень много лет, и был самым крутым плотником на несколько деревень. Но действующее вещество, конечно, в данном случае, ну, хвоинки тоже сыграли свою роль, но я думаю, что муравьиная кислота, она позволила восстановить функции именно суставов крупных и функции позвоночника деда. И я обожаю вот этих вот маленьких животных, и заваривать их, загонять в бутылку или заваривать горячей водой я не собираюсь, но есть другой способ, когда бинты крупные, эластичные, накладываешь на эту кучу, муравьи обрызгивают этот чужеродный предмет для них муравьиной кислотой, и этими бинтами уже можно заворачивать сосуды и суставы крупные. Поэтому муравьи, наверное, ничего нет бесполезного в лесу и не полезного для человека. Надо уметь этим пользоваться.